Добрый день, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня мы вам покажем очередную активацию AMG меню V221. Здесь мы видим, у нас сток, простая панель, в милях вообще. Далее мы будем подключаться через VDMA, разблокировать панель. Будем использовать калькулятор новый SKT Tools. Запускаем VDMA, смотрим наши софты, что на этих софтах можно прошить AMG меню, активировать. Для этого не нужно будет нам перепрошивать. Запускаем наш калькулятор SKT Tools, вводим нулевой SV номер, выбираем приборку, соответствующую этому номеру. Далее разблокируем уровень. Смотрим, что прописано. Разблокируем уровень 2701. Вставляем ответ. Видим, что разблокировался панель. Далее приступаем уже к активации AMG меню. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, вводим команды, нужные нам, и активируем AMG меню без разборки через OBD разъем. Вот мы видим, у нас активация AMG меню, и мили перешли в километры, то есть из американца делали европейца. Все работает, без глюков, температуру показывает, зарядку, длина круга, замеры. Спасибо всем за внимание, подписывайтесь на наш канал. Всего доброго, до новых встреч.